Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор коллагена гидролизат. Коллаген является самым распространенным белком в организме человека. Его содержание составляет 65% от общего содержания белка. Коллаген дает телу пригодные для использования белковые фрагменты, и поэтому он нашел свое применение в косметологии, медицине, а также косметике. Также данный коллаген успешно испытывался в качестве одного из компонентов при лечении боли в суставах и увеличении плотности костных тканей. Однако испытания были неполными, и четкой взаимосвязи между данным коллагеном и поддержкой суставов не было. Хотя молекулы коллагена – это более мелкие фрагменты первоначального белка, все равно он остается крупной молекулой, и на данный момент научно не установлена его возможность проникать в кожу при использовании в составе косметики. Существует также мнение, что даже коллаген все-таки проникает в кожу, то не может активно связываться с коллагеном кожи и не принимает активного участия в питании. Поэтому предполагается, что в основном он осаждает на поверхности кожи и волос. А положительное действие оказывает именно там за счет пленки без длительного эффекта. Вот такой бутылочке мы отправляем данный коллаген нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!